Так, ну, собственно, господа, второй день эксплуатации айбайка. Вот, сейчас поедем, прокатимся. Хочу на смотровую скататься. Посмотрим, как там. Что за виды. Ну и заодно катнем немножко. Я уже сегодня проехал 30 километров. Вот. А, нет, какой это, не за сегодня. Что-то туплю. Сегодня, наверное, километров 6 проехал. Что-то. Вот, немного, короче. Батка почти полная, но я думаю, процентов 90 здесь есть. Сейчас поедем, прокатимся тогда. Погнали. Я кое-что хочу сделать сейчас. Поставлю сюда GPS. Так, где он? Вот он. Вот так я хочу сделать. Так будет лучше. И сравним заодно.
Джекласы стоят, сейчас посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший инспектор ДПС, старший тяжелый всадник. Водительское удостоверение. Конечно. Сколько вам бат? Полтора? Этот? Да, или два с половиной? Нет, до четырех. 3950 мне напомнил мотор. 3950? Да. И у меня документы на него есть. Это у вас Б-категория есть, в принципе. Да, да. Этого вполне хватает. Так, ребят, вот и все. Ну что, ребят, самое что интересное, я хотел заснять, и у меня получилось. То есть реально там стоял полк, остановили меня, они офигели, что я весь в камерах завешен просто. Вот, я показал свои документы, вот, мне достаточно было просто водительские права. У меня стаж больше 10 лет, категория Б, постоянно тем более стаж, то есть я понимаю, что я делаю. Вот, и все прекрасно, сказали, этого достаточно, все отпустили, вы видели сами все. Кайфово засняли, все это круто. Шумно. Вот на камере бликует, ну, в общем, полная батка, то есть как она и была. То есть вот мы доехали до сюда, сами все видели. И, топили нормально мы с вами. Кстати, по максималке получилось, по GPS я увидел 78 было. Это очень даже хорошо. Вот. Вполне хватает, нормально, то есть по динамике, то есть, ну, не совсем что хотелось, да, можно и побыстрее было, но более-менее. Вот, что хотел сказать, то есть поставим контроллер сюда, Infineon, доп-батку, и будет вообще ракета. Техника прикольная, можно брать, мне нравится, на дороге себя чувствуешь комфортно, никто тебя не щемит, вы сами все видели, абсолютно нормально, то есть в потоке. Вообще еду, комфортно, не жмусь никуда. Вот, единственное, что на поворотах, потому что я не привык еще к поведению этой резины, я на поворотах стремаюсь сильно закладывать его. Надо опыта набраться именно в плане, потому что можно просто кувыркнуться на нем и все. Вот, в принципе, нормально, все сказал. Спасибо всем за просмотр, ребят. Буду дальше пилить видосы с ним. Ай-бай.